Развитие стране прогнозируют и в рамках Евразийского экономического союза. О подъеме экономической интеграции в масштабах ЕАЭС говорят и российские эксперты. В Центре интеграционных исследований Евразийского банка развития считают, что дополнительные стимулы должны дать низкий уровень инфляции, а также снижение уровня долларизации в странах ЕАЭС. Переход к плаванию и переход к таргетам по инфляции, он со временем, не быстро, но со временем оказывает влияние, давит инфляцию вверх. Сейчас уже этот процесс запущен и в Казахстане, и в России, которые мы всегда сравниваем между собой. Сейчас мы видим, что уже с мая прошлого года тенге, в общем-то, стабилизировалось относительно доллара и евро. И инфляция пошла вниз. 8,5 по итогам 2016 года. Наши макроаналитики прогнозируют 7% инфляцию по 2017 году. Честно говоря, я бы не исключал приятных сюрпризов, то, что инфляция будет ниже.